Всем привет, ребята, и хорошего настроения. С вами Рэй, и сегодня мы, ребята, поиграем в игру, которая называется «Улыбка вампира из стиральной машины». Да, название, конечно, странное, но что поделаешь, игра трэшевая, так что приступим. Так, это наш персонаж. Типа какой-то самурай-бомжик, что ли, я не знаю. По-другому мне просто его не назвать. Так, что мы, значит, прыгать умеем и драться. Ага, вот кнопочки у нас. Атака, прыжок, граб, эвейт. Эвейт, ага, ясно. Ну что же, давайте будем смотреть. Ага, тут можно менять. Вместо меча брать два тесака поварских. Так, а вот у нас, значит, перекатик. Ясно, ребята, в принципе, ничего сложного нету. Графика, сами видите, в таком стиле в рисованном. Ух ты, первый какой-то ниндзя. Так, Б, ё-моё, не успел нажать. Иди сюда. Ух ты, что делает, смотри-ка, а. Еще и в защиту встает. Не, ребят, так что-то не пойдет дело. Это что ли босс? Внизу полоска красная у него. Так, отлично, барсучком провернул. Еще разок. Так, поехали, поехали, поехали. Ну-ка, да успокойся ты, елки-палки. Ну, сам-то деле, а. Давай, 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 давай. Так, надо, блин, да что такое. Он не дает мне даже подойти к нему. Ну, давай. Попадись ты под мой удар. Не хочет, а. Во-во-во-во-во. Осталось немножко, ребята, Б. Ух ты! Ох ты! Вот это великолепно! Я ему сейчас комбинацию. Так чё он, все? Ядрить его на корень. Я ему просто вспорол глотку. А кто это вообще? Ух ты! А это, оказывается, у нас девушка какая-то была. Интересно. Очень интересно, ребята. Так что это было, как бы я понимаю, пролог, что ли? Да, по ходу дела так оно и есть. Так, в английском я не бум-бум, так что не смогу переводить вам досконально все. Придется, ребятушки, так, методом своего допетривания. В общем, она тут что-то объясняет. Так, смотрим в окно и видим землю. И земля в огне. А это у нас что такое? Ее типа разыскивают все. Получается так. И отправляют ее в тюрьму. Так, наше действие продолжается в тюрьме. Так, космическая тюрьма. Здесь люди долго не живут и умирают. Но нам нужно ее вернуть. И начинается ночной кошмар. Так, мы просыпаемся. Елки-палки, еле идем. Я так понял, она в кандалах или в наручниках. Так что такое, нажать наверх. Ну и... Опа, легли спатенькие мы. От какого лешего-то? И что мы... А, мы ползем. Это, я так понимаю, что-то типа больнички какой-то. Так, 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 подползаем. Ага, инвалидное кресло. И продолжаем куда-то свой путь, непонятно куда. Это воспоминание или сон, я так что-то не могу понять. В общем, надеюсь, по сути игры нам все будет ясно. Опа-на! Это что такое? Причем мы уже все нормально, двигаемся лихо и уже одеты. Да, резкие, конечно, перепады в игре, но... Так, иди сюда! Опа, 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 на нормуль. Ух ты. Мне даже, ох, ядрить его на корень. Просто вырвали глотку. Так, во время ударов вы можете нажимать B или X для добивания. Ясно. Так, это что, это у нас получается какие-то полицейские или охранники на этой космической станции. Ух ты, нормуль. Так, давай. Отлично, отлично, слышу, ребята. Просто великолепно. Кровище-то куча. Опа-на. Уже с пистолетиками пошли, ребята. Это уже похуже, наверное. Хотя, судя по тому, как я тут с ними разбираюсь. Ёлки-палки, вообще голову оторвали. Так. Сердечки, это, я так понимаю, не восстанавливают жизни. Ё-моё, тут-то что такое? Тут-то что такое? Уа! Трэш просто. Иди сюда. Вот так вот. Ух ты, блин.
ядрить его на... Просто кровище, ребята. Везде одна кровище. Давай, иди сюда, что-то махаешь, блин, своей. Вот так вот. Теперь я буду на тебе разминаться. Ну что, ему недолго осталось жить, я так понимаю. Вот, наверное, добили. Нет. А, да, все нормально. Ага, следующая партия. Вот так вот. Просто голову снесли и все пучком. Так, сердечки. Ну, это пополняет жизнь мне. Отлично просто. Ёлки-палки. Просто рубилово. Жесть. Но мне это нравится. Она такая динамичная. И ты что тут? Смотри, что делать. Вау. На-ка, на-ка, на-ка. И еще добивочный. Прям в воздухе напополам. Отлично. Так, продолжаем свой путь. Блин, музыка такая прикольная здесь. Что, мне надо наверх, да? Ага, она может от стенки до стенки перепрыгивать. Это хорошо, ребята. Мне как-то нужно вот туда попасть, да? Да, точно. А каким образом? Вот. Ну, да давай ты... Во, отлично, запрыгнул. Так, что у нас здесь будет? Так, идем далее. Ага, куда-то добежали. Че тут? При чем здесь хорошая луна? Я не понимаю. Так, Финт Эскейп мы покидаем. Полетели на какую-то звезду, что ли? А, космический корабль якобы подбит. Или он направляется куда-то. Ну, нам это не важно. Слушайте, что, обратно, что ли, надо идти теперь? Получается так, ну что, давай там. Да что такое происходит-то? Опа-на. Опять мы в этой дурке, а? В общем, у нее здесь переплетаются воспоминания с реальностью. Что-то типа того. Что это было? Это какой-то психоделик, ребята. По-другому тут не назвать. Ядрить его на корень. Если честно сказать, что таких игр я давненько не видал такого стиля и манеры рисования. Что такое РС? Ну ладно, посмотрим, что у нас означает кнопка левый стикер. Так, сюда надо как-то пройти. Но тут же решетка, ребята. Сюда мне не пройти, по ходу дела. Так. Ну давайте сбегаем обратно. Нет, там ничего нам делать, потому что все уже давным-давно отдыхают. Все-таки, значит, надо как-то туда попадать. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да запрыгивай ты. Ну что ты как сайгак тут прыгаешь мне, а? Так. Отлично. Запрыгнули. Не пойму немножко, что же нужно тут сделать. Ага. РС это и есть правый стик, чтобы... Тихо, ты что? Ты какого лешего заключенного застрелил? Ёлки-палки, уже ниндзя. Круто. Давай, подходи, ребят, по одному. Ох ты, звездочки. Ну, гад, на-ка тебе. Отлично. Следующий на примете. Так, их все больше и больше, да, по-моему? Нет, пока нет. Ё-моё. Все так быстро происходит, я даже не понимаю, что она делает. Ну, ее просто башню вырвала. Так. Иди сюда, будем тебя вот так вот в прыжке. Жизни у меня пока хватает, поэтому можно немножко подурачиться. Как-то главное, у нас так игра резко началась, да? Без каких-либо прелюдий. Без каких-то там обучений. Просто взяли нас, кинули какую-то тюрягу, с которой мы вот так вот должны выбраться. 37200. Ага, у меня очки копятся. Значит, они куда-то нужны будут. Так, тут надо перепрыгивать. Ага, именно. Блин, упал, ёлки-палки, придется все заново. Ну ладно, это... Ага, все заново. Здесь мне уже не пройти. А что же мне тогда делать? Ё-моё, все стены в кровище. Так, здесь все-таки тупиковое состояние. Очень интересно. Блин, неужели переигрывать придется? Ага, ну-ка подожди-ка. Вот что еще можно делать. Хе, вообще круть. Так, это что у нас тут еще за консервные банки? Вау. Давай. Вот так вот. Шикарно. Давай, иди сюда. Да куда ты? Вот так, отличненько. Битый мап. Натуральный. Во. Так, еще одни.
Но они, если честно говоря, какие-то ватные. Сами видите, я их просто ловлю в прыжке и разбиваю. Шикарно. Так, теперь мне показано лететь наверх и куда-то в бок. Ага, понял, сюда. Да что такое? А, тут какая-то арматура стоит, лежит. Висит, находится, короче. Давайте-ка вот сюда. Отлично. Опять банки. Ну, это, в принципе, для нас ерунда. Тут еще у меня, оказывается, столбик идет комбо-атак. Чем я больше убью врагов при заполненной, тем лучше у меня бонус. 7 миллионов очей. Так, а это кто такой? Опа, она, это первый, ребята, босс. Гаулер. Ну-ка, иди сюда, Гаулер. Тихо, не прыгай мне тут. Ой-ой-ой. Так, точнее, получается, это у нас даже не первый босс, а второй. Первый был какой-то ниндзя у нас, помните, в самом начале игры. У него тоже была полоска жизни. Так, давай, лови, лови, лови его. Опа, нифига. Получил по морденью. И нормуль. Тихо, успокойся. Так, ну что, пол хп я ему снес, надо его еще разок. Но прежде, как я понимаю, его поймать, надо его немножко побить. Ага, вот, все, отлично. Ну, не вышло. Давай, да ядрить его на кой. Во, добивочный, да? Нет, все-таки меня скинул. Ладно, недолго тебе осталось тут плясать. Или мне недолго. О, ребята, у меня с хп. Вот, все, я его уделал. На, мечом же. Башню его нам и срубил. И у меня меч теперь в руках. Вот как появился у меня меч. Так, продолжаем нашу мясорубку, ребята. Ёпарсите, шикарно. Просто красота. А почему она, когда добивает, они издают электрический разряд? Они роботы, что ли, все тут? Механические, якобы. Смотрите, видите, я убиваю, и от них искры там, и они молниями. Походу дела, да. Это киборги. Это даже не люди, но почему с кровищей? Хм. Так, консервные банки. Шикарно. Давай, иди сюда, куда прилетело там. А вы что, родные? Идите поближе к папочке. Папа вас приголубит. Вот это другой разговор. И куда мне теперь двигаться в этом направлении? Да, походу дело в этом. Только так бежит с дубинкой. На-ка, отдохни маленько. Твой напарник сейчас тоже всклопочет по полной программе. Что ты тут мне своей палочкой машешь? Не прокатит этот фокус. Шикарно. Добиваем его, ребята. А, он сам сдох почему-то. Не успел я маленько. Прям в воздухе просто на две половинки разорвал его. Как будто это какая-то бумажная салфетка. Отлично. Так. Ё-моё. Да, единственный небольшой недостаток, что не видно хп у врагов. Ну, в принципе, мне оно и не нужно. Буду рвать их, как тузик грелку. Бежим далее. Так, здесь у нас просто коридорчик. А здесь, я чувствую, будет ловушка, да? Как, опять босс? Варга. Администратор. Ё-моё, нифига, он там тесачок достал. Тихо, не буян, малыш, отдохни. Так, тихо. Опа, на, понятно, ребята. Значит, о, ловим. Ух ты, неплохо, да, я его пронзил. Так, тихо, тихо. Ага, вот у него, значит, тактика. Когда он втыкает свой нож, он уязвим. А втыкает он его, естественно, вот так вот. Пару ударов и вонзает. Но... Ой-ой-ой-ой, ты чё? Ты чё сделал, охламонище? Ребята, первая смерть в этой игре. Ух ты, ну тут хорошо, что хоть перед ним начинаешь. Это вообще отпад. Круть. Ну что, давай, я понял, что ты вардер. Давай. Да какого лешего ты начинаешь с удара-то? Блин, опасно, ребята, попадаться под этот удар, когда он ловит тебя. А это означает, что вплотную как бы надо не подходить к нему. Так, вот, когда он ножичек свой втыкает, вот это другой разговор. Давай, ловим, ловим. Отлично. Прописали плюшечку ему. Даже не думай тут выделываться. Вот так вот, так. О, поймал все-таки. Я все-таки поймал. Ну, хорошо, половиночка хп у меня еще есть. Так, давайте добивочные, ребята. Опа. И просто вспороли. Ядрить его на корень, а. Опа, это что такое было? Гад, он же погиб, нифига он... На... Он что, руку мне там отрубил?
Ребята, действительно, он отрубил руку мне. Как говорится, предсмертный удар лишил моего персонажа руки. И как теперь я буду интересно драться? Так, это мы якобы запутав космического корабля. Ага. Так, тут что, нарисована какая-то боеголовка была? Так, ночной кошмар продолжается. И кто-то должен положить этому конец. Мое тело не способно больше драться. Нужна помощь, типа, да? И полетели мы куда-то непонятно куда. Здесь кто-то чужой. Кто он? Ёлки-палки, это что за чудище там идет? Ё-парсоты, а? Вы посмотрите. Какой-то ужас. И, ребята, мы с вами прошли, я так понимаю, первый уровень. Что меня очень радует. Игрушечка великолепная, динамическая. Опа-на. За кого вы хотите продолжать историю? Так, у меня самурай и заключенный. Так, причем вот это вот и есть стиральная машина. У него такое прозвище. Ладно, давайте будем за него играть. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, ага, правильно, ребята. Я так и думал, что это все-таки киборги. Но почему кровавые? Инфекционные еще причем. Так, что он здесь у нас держит? Шляпу, да? Да, он свою шапку держит. Цивилизация в опасности, ребята. И мы должны истребить всех киборгов. Я надеваю свою шляпу на голову и продолжаю путь. Так, подождите, это кто тут такой летает? Птичка какая-то. Я так понимаю, ворона. Ага, это, оказывается, мой спутник. Оп-оп, видели, что я могу делать, ребята? Смотрите, опа-на. Я, оказывается, здесь могу бегать по стенкам. Шикарно. Это просто хорошо. Так, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, только не упади вниз. Вот, вот, шикарненько. Так, а это что у нас тут? Это магазин, в котором вы можете улучшать свое оружие и пополнять запас еды. Так, давайте глянем. А что глядеть, ребята, если у меня всего 34 монетки, а тут такие ценники, что мама не горю. Я даже могу улучшить себе жизни, меч, витамины, рыбу взять и какие-то чипсы. Абсолютно ни на что не хватает. Но я думаю, в игре эти автоматы будут стоять везде, чтобы я мог как-то, извините меня, улучшаться и питаться. Так, ну пока мы там смотрели магазин, видели, какие-то ребята пробежали. И они мне, честно говоря, не нравятся. Что такое? Опа-на. Ребята, здесь уже по ходу дела мы далеко не на космическом корабле, а где-то на земле. О-о-о-о, ничего себе. Вы видели? Я напоролся на какую-то гранату. Точнее, эту гранату сбросили эти спецназовцы. И она отняла у меня достаточно жизни. А если честно сказать, то половина хп. Ёлки-палки, шикарно мужик рубит. Так, давай-давай, в воздухе его, в воздухе. Самое эффективное это бить в воздухе. Иди отсюда, банка. Вау, нифига, я его просто 4 раза башкой об землю. И все, и он погиб. Да, ребята, игрушка не для маленьких детей. Сразу предупреждаю, поэтому... Сразу предупреждаю, это надо было говорить в начале игры. Так что здесь слишком все очень жестко. А как сюда? Ага, у него та же самая способность есть. Проходить сквозь стены. А давайте пойдем в обратную. Почему я буду идти, куда мне показывают стрелки? Так, а это еще что такое? Ребята, это зомби. Мертвецы. Откуда здесь мертвецы? Это просто фантастическая, мистическая игра. Про какого-то парня-самурая и, я так понимаю, его подругу, которая попадает просто в какой-то, я не знаю, в мир апокалипсиса полного хаоса и трэша. Идите сюда. Так, замечательно, жизнь я себе восстановил, так что пока... Слушайте, они, по-моему, бесконечные, да? Или... О-о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 -
этот ворон делает? Он просто так летает. Давайте-ка, о, тисачки. Значит, этот парнишка у нас может менять оружие. Мечи на тисаки. Так, подождите, монеточку надо подобрать обязательно. Как же без нее-то?
И что у нас здесь далее? Опять заваруха. Ядрить его находим. Ну-ка, иди отсюда. Так, надо этих спецназовцев надвалить, потому что они с огнестрельным оружием, то бишь, не могут меня достать с любой точки. Куда ты там? Ой-ой-ой-ой. Нет, нет, повезло, ребята. Я думал, сейчас попаду на этот снаряд. А это очень бобо. Нам не нужно такого счастья. Так, давай. Просто подождал его у стеночки. И нормально. Отлично. Так. Все-все-все-все-все, добиваем, добиваем. Ага, шикандос. И все на этом, да? Нет, что там получили? Какой-то подарочек. И того, что? О, ребятушки, первый наш бутерброд, точнее, батон, булка. И я как понимаю, что это восстанавливает нам ХП. Так, здесь мне стрелка все показывает идти туда. Мы с вами наперекор судьбы идем в обратном направлении. Не знаю, к худшему это или к лучшему. Давайте-ка здесь посмотрим, что наверху. Давай, 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 запрыгивай и побежал. Отлично. Так, тут у нас дверь. Ага, смотрите-ка. Опа-на, я, видимо, нашел какой-то секрет. Так, и... Тут что? Туалетная бумага или консервы это были? Не понял немножко. Так, давайте-ка, наверное... Ага, сюда нам не пройти. Слушайте, ребята, я теперь, кажется, понял. Нам показывают стрелки, куда надо идти. Видимо, там мы достанем ключ. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Раз мы не можем пройти через те двери красные, которые... Ох, тут можно и наверх еще. Которые нам показывают, что они закрыты. Опа, гитара. И... Что мы тут можем делать? Так. Ага. Вот оно что, ребята. Так, ладно, ребята, я тут пока говорить не буду, будем ловить. Ядрите его на корень. Ёлки, сбился, а? Жесть, а? Да какого лешего я... Вау, концерт в разгаре. А, ю, б, ю. Ю, пока нормулю, ребята, нормуль. Ю, икс, ю. Черт, как только собьешься, все наперекосяк идет. Да, ребята, сыграл я плохо. Вот так вот, правильно, психанул. 56% рок-фестиваль провален. Блин, ну на самом деле прикольно это сделано было. Жалко, конечно, что сбиваешься и все, и начинаешь путаться в кнопках. А так, шикарно. Так, что у нас здесь? Нам нарисовано идти вниз. А давайте-ка сюда зайдем. Что у нас тут? Нет, давайте обратно все-таки. Вау-вау-вау-вау-вау, тихонько. Слушайте, по-моему, я здесь уже был. Вам не кажется? А, мне здесь вот, вот сюда надо. Ага, вспомнил. Все, тихо, там что-то было, нет? И что здесь? Ага, здорово, да, они меня подловили? Закрыли меня в комнате с какими-то ментами и спецназовцами. Ладно. Донаты, опа, вот это вот плохо, что граната. Надо уничтожать их здесь, ребятушки, надо всех валить. Вот это, вот она, блин, бомба. Но хорошо не сработала, точнее я под ней не оказался. Да тихо вы. Так, опа, вот это шикарно было сейчас сделано с моей стороны. Так, лежать, я вам сказал всем. В голову просто напрочь. Так, тихо, бомбу, главное, не сбрасывай свою там. Блин, птичка. Опа, на. Как говорится, голова с плеч долой. И получаем подарочек. И что здесь? Что мне здесь достанется? Вау. Хаммер. Так, вы можете в любой момент поменять оружие.
Для этого надо переключиться на определенный слот. Так, не нравится мне это. Ёлки-палки, зомбари. С ножами? Зомбари с ножами, это уже что-то, ребята. А, чё он прицепился ко мне? Да отцепитесь вы. Ёлки, да что ж такое, да... Зажимает, ребят, зажимает. И почему-то довольно быстро у меня тратится жизнь. Да что такое, а где хпшки, где подлечка? Я не вижу ее, ребята. Как так? Да ну ты, бро. И все, я... Ну что ж, ребята, ладно, будем на этом заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам эта игра понравилась, ставьте лайки, пишите в комментариях. И мы с вами продолжим тогда в нее играть, если, конечно, она вам понравилась. Ну, все на этом, ребята. Давайте, пока, удачи и до скорых новых встреч.